Здорово, здорово, народ! Канал Сэм Фокс. Сегодня собираем удочку для ловли белой рыбы. Поехали. Первое, что нам понадобится, это удилище с кольцами, оснащенное. Снимаем сразу защитный чехольчик, убираем. Дальше катушка. Любая катушка подойдет, в принципе, мясорубка, какой, в зависимости от вашего бюджета. Я использую постоянно для таких несложных рыбалок трехтысячник китайского производства. Далее одеваем ее, сразу застегиваем, вставляем в пазы, застегиваем, вот, катушку пристегнута. Далее нам пригодятся, понадобятся поплавки, набор грузил, набор кембриков для оснащения поплавков, соответственно, набор крючков, какие вы ловите, ну и, соответственно, поводковая леска. То, какую вы будете использовать. Леска разная, разных фирм, в зависимости от слоя места ловли. Так, первое, что делаем, это пропускаем леску основную по кольцам. Выпускаем леску. Леску можете использовать 0,2 любого производства, в зависимости от кармана. Для несложных рыбалок по плотве, по карасику. По плотве можно полегче поставить 0,2. Для ловли карася там уже леточку можно поставить посерьезнее. 0,23 и так далее. В зависимости от того, кого будете ловить. Пропускаем. Все, пропустили леску. Скобу закрыли. Вот леска. Далее выбираем поплавок. Будем ловить на месте, где вода у нас стоячка. То есть, соответственно, будем выбирать или такие, или такие. Вот это больше для плотвы, для спокойного места. Мы идем за карасем. Будем ставить поплавочек. Где-то 2-3 грамма, больше не надо. Да, вот он, 1 плюс 2,5 грамма. Вот такое вот перышко. Это поплавок из бальзы. То есть из дерева. Ловлю я на него давно уже для стоячей воды. То есть если вы будете ловить таким поплавком на течение, у вас его выложит просто. Под ним течением выложит, и он у вас уплывет. Так. Далее. Еще забыл рассказать то, что пригодятся вот такие вот силиконовые стопора. Это для поплавка. Здесь вот такого плана крепления. Просто сушка. Ставим силиконовые стопора. Берем основную леску. Соответственно, пропускаем ее. Так. Все. Вот здесь, на месте. Далее заводим сюда уже поплавок. Выпускаю. Вот мы заводим поплавочек. И запускаем второй стопор. В общем, также пропускаем вот ушко. Сюда хоп. И стопор. Стопор второй на месте. Вот так он выглядит. Далее берем набор с грузом. На поплавке написано 2,5 плюс 1 грамм. Там добавляем развесовку, указанную производителем. Добавили огрузку. Вот, груза. Вот у нас поплавок вместе с грузами выглядит вот так вот.
Далее завязываем ушко. Ловлю я постоянно с поводками. Берем леску. Вот леску. Завязываем. Раз, два, три. Так, делаем ушко. Вот, получается, стягиваем грузку. Вот так. Получается что-то вроде вот этого. Сам поплавок. Силиконовый стопора. Грузило. Ушко. Дальше нам с вами понадобится леска. Леску мы возьмем для стоячей воды. Наверное, по диаметру чуть потолще. На карасика, в принципе, давайте на 0,14 завяжем. То же самое. Леску для поводка вы можете использовать любой фирмы, в зависимости от вашего кармана, от вашего бюджета. Толщина поводковой лески где-то 0,1, в зависимости от рыбы, которую будете ловить. И до 0,18. То есть в зависимости от того, что вы будете ловить и где вы будете ловить. Сейчас идет разговор о стоячей воде, о небольшом прудике, где есть карась и плотва. 0,14 лесочка, я думаю, более чем. Я бы на 12 поставил, просто куда-то я ее убрал. Далее берем крючки, выбираем. Крючки возьмем вот такие вот, десяточку. Десятый номер. То есть под небольшого мотыля, под небольшую кашицу она пойдет. Так, берем поводочек, леску, завязываем узел. Как вязать узел, у меня есть на канале. То есть я сейчас не буду акцентировать на это внимание. Кому интересно, переходите, смотрите, какой это узел, как я его завязываю, как делать поводки. Мне это указано. Вот. Так, завязываю. Для ловли на стоячей воде я не использую длинных поводков. Сантиметров 10-15. Максимум где-то до 30 сантиметров поводочек ставлю. Все. Так. Поводочек готов. Как вязать поводки тоже у меня есть на канале. Можете пройти посмотреть. Вот он поводочек, ушко. И вот он крючочек. Далее идет стандартное соединение петля в петлю. Вот так. Вот так. Все. Удилище собрано. То есть поплавок на стопорах, грузка и поводочек с крючком. Закрываем скобу на удилище и подматываем. Все, удилище готово к работе. У нас начёночка. Вот он, поплавочек. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Всего самого наилучшего. Пока-пока.